Всем привет, с вами StopGamer, и появились новые сливы сезонного обновления Shadow 2. Я публикую эту инфу самым первым на ютубе, так что не забывай про лайк и подписку, ну а я начинаю. Поехали! Но перед началом не забывай вступать в мой телеграм-канал, ведь на 100 подписчиков в нем я устрою конкурс. Ссылка в комментах. В отдельных регионах в Google Play у Shadow 2 сменилась аватарка, и теперь она выглядит следующим образом. На аватарке просто изображен новый персонаж с карты провинции, которая будет изменена в следующем обновлении, и в принципе больше на ней ничего интересного и нет. Больше актуально. Новостей у меня нет. Поэтому давайте дальше в ролике просветаем на тему, что нам известно, что будет добавлено это обновление, когда оно выйдет и когда нам стоит ждать трейлер. Так что оставайтесь со мной и смотрите ролик до конца. На данный момент нам известно следующее, что тематика сезона будет связана с Италией, будет переработана карта провинция, будет добавлено новое оружие Dual Beretta, будет переработка режима аркад в против всех, а также будет добавлен, возможно, коктейль Молотова и нож Стилет. Ну и теперь давайте еще порассуждаем на тему новой карты, ведь, скорее всего, в этом сезоне у нас не будет добавлена новая карта, поскольку сезон сокращен, и в этом сезоне будет только обновлена карта провинция, и это мои личные догадки. Но вы, ребят, можете написать в комментариях, как вы думаете, успеют ли разработчики в этом сезоне добавить новую карту, или же просто изменят провинцию. Ах, да, совсем забыл дополнить этот список двумя позициями, которые еще не добавили с приходом четвертого сезона. Это у нас мастерская, а также система турниров. Кстати, есть у меня полный ролик на канале, в котором я объяснил, что это за система и как она будет работать. Ссылка в подсказке, в принципе, в описании, вы можете этот ролик перейти и посмотреть. Следующая тема — это дата выхода самой обновы и дата выхода трейлера. Честно сказать, догадок у меня нету, но предположительно, что разработчики выпустят обнову именно на свое день рождения, на 17 апреля. Мне кажется, будет именно так. А вот что насчет трейлера, мне кажется, трейлер они выпустят 10 апреля, то есть за неделю до самой обновы, ну или же могут и немножко раньше, но я крайне сомневаюсь, что это произойдет сейчас уже в конце марта, потому что сейчас остается буквально несколько дней до конца этого месяца, и сомневаюсь, что реально обнова будет, вернее, трейлер будет в этом месяце, это уж точно. Так что, ребят, пишите в комментариях, что вы думаете, когда стоит ждать обнову, когда стоит ждать трейлер, не забывайте подписываться на канал с колокольчиком, ну а это все, с вами был я, ZTopGamer, увидимся совсем скоро, вступайте в Телеграм, ведь на 100 подписчиков в нем, я устрою конкурс, ссылка в комментариях, всем удачи, и всем пока! Пока.